твою мать! Это жесть! Слышь, почему они застреливают все, у кого эта херня? Там кровища, кровища. У тебя нет больше знакомого? Какого знакомого? Валим, это отсюда. Один знакомый, тут таких много знакомых, что ли, людей? Валим отсюда. Трупак, блядь, просто на ровном месте. Что? Ты что делаешь, блядь? Он не заряжен, нет патронов. Давай валим отсюда. Да. Валим. Ты чё? Валим. Ты чё забыл там? Ничего не забыл. Чё делать с этой хернёй? Нас по-любому кто-нибудь тут видел, когда мы приезжали, понимаешь? Ты чё делать? Нас повесит. Погоди. В тачку прыгаем, валим отсюда. Блядь, да подожди, надо обдумать, ты какой-то странный. Да почему я странный? А чё обдумывать? Прям рядом с трупом или чё? А мы-то тут при чём? У нас тут в любом камере есть видно, что это не мы. Да, он, а ты сам застрелился, а ты докажи, что он сам застрелился. Если, кроме нас тут не было никого, понимаешь? Он сам себя вальнул. С этого ствола у них рычняк едет. Так, тем более так... Блядь, ты чё за чушь-то, ёпта? Чё ты несёшь? Ты как это докажешь? Как сам подумай, ты как это докажешь? Я в этом ты смотри. Суть. Если он сам застрелился, блядь, тогда какого хер нас-то спрос будет? Может, смотри, мы приехали к нему. Ну? Он живой, всё ок. Мы уезжаем, возвращаемся, он уже всё. Но мы же не стреляли, ёптать. А как ты докажешь, что это не ты стрелял? Ну, по-любому, он это время выходил, ходил, гараж-то открытый был. Сейчас мы вернулись. Сейчас вернулись, но мы же не стреляли, ёптать. Да как ты докажешь, что мы не стреляли? Ты не докажешь, что это не ты. С этим стволом дебилизм, понимаешь? Хорошо, с ним реально проблем много должно. Он реально какой-то, я тебе говорю, он необычный какой-то, сука. Он просто необычный, от него крышняк едет. Хорошо, что хоть отдали его теперь ему.